Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте Porsche Panamera. Ремонт переда. Итак, бампер, фара, переднее крыло и передняя дверь будут меняться. Передняя стойка будет ремонтироваться. Устанавливаю на стапель и разбираю. Разобрал, теперь можно видеть стойку. Стойка вмята капитально, в ужасном состоянии. Также помято днище. Небольшой кусок днища, так скажем. Все это придется вытягивать, резать, равнять и сваривать обратно. Ну что, приступаю к ремонту. Первым делом вытягиваю все, что смогу. Вытянул, теперь удаляю поврежденный металл.
Весь удаленный металл я отравняю на столе, а теперь приступлю к ремонту поврежденного металла на машине. Кусок днища порога отравнял, вытянул. Теперь приступаю к ремонту отрезанных кусков. После того, как отравнял удаленные части, готовлюсь к сварке. Сваривать буду по лазерному уровню. Ориентиром будет край борта порога. Начало, как видите, немного не совпадает. Я его немного поднимаю, примеряю и свариваю. Прежде чем приварить крепеж петли дверной, я установлю дверь и проверю зазоры, как она стоит. Корректирую и свариваю. Затем приварю остальные удаленные части. Поврежденной стойкой я закончил. Теперь устанавливаю дверь, проверяю опять зазоры и затем устанавливаю переднее крыло. Вот такое крыло мне привезли. Других не смогли найти. Новое, оказывается, тоже проблема купить. Крыло алюминиевое. Пробую хоть немного уменьшить повреждения. Все, что смог с крылом, я сделал.
Теперь примеряю бампер и проверяю зазоры. Фар пока мест нету. На этом этапе моя работа закончилась. Отправляю машину на покраску. Итак, машина прибыла с покраски. Собираю ее. Но сначала я обработаю всю внутрянку мобилью. Теперь могу собирать. Ну что, ремонт Porsche закончен. На ремонт ушло 8 дней, 4 дня работы с металлом и 4 дня покраска. Ну а сегодня у меня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!